Всем привет, YouTube, привет. Вот пришлось на покрасочку снимать с акцента бампер. Решил полезть в интернет и не нашел, как снимать там бампер. Но решил поделиться. Значит, с чего начинается родина? Начинается с того, что вот здесь вот, вот они, снимаются клипсы пластиковые. Вот такие вот штуковины. Вот. Снимаются несложно, единственное, бывает, они заедают. Снизу бампер держится на вот таких вот штуках. Как правило, они тоже заедают, приходится с ними немножко воевать. Вот здесь в торцах бампер, вот я снимаю в уголках, вот такими вот интересными саморезами крепится вот здесь. Дальше, опять же, вот они, эти клипсы, но как правило, они не хотят. Ну, сейчас продолжим по порядку все. Значит, вот они, эти клипсы я снял, это снизу, это вот верхняя часть, это уголки бампера держит. Вот что касаемо, значит, фар, приходится снимать фары. Вот фары, вот такие вот саморезы, не саморезы, с шайбочками, вот 4 штучки на фарах же, по 2 крепления у нас. Вот одна держится вот здесь в углу, и вторая держится вот здесь. Ну, соответственно, с той стороны также. Здесь все это отщелкивается элементарно. Поворотник с проворотом, значит, эти части нажимаются вот здесь. Это сбоку, это сверху, ну и это тоже вот сбоку. Прижимчики здесь характерные, видны, снимаются хорошо, без проблем. Точно так же, если у кого-то есть противотуманки, то они вот скручиванием в бок снимаются элементарно. Дальше, какие фокусы? Вот здесь есть небольшой фокус. Сейчас я включу подсветку и покажу дальше. В чем тут, ну, как бы, не загвоздка, а тонкость. Продолжаем. Значит, вот здесь вот, вот он болтушочек, один, второй. Вот, это усилители. В данном случае я их вот уже поослабил руками. Их можно скрутить. Вот. И если их не открутить, то бампер мы не снимем. Вот такие штучки у нас на усилителях. Вот, вот эти нижние части, которые мы видим, вот как бы такие эти усики, да, они снимаются элементарно. Вот мы бампер, собственно, и сняли. Но вот здесь вот то же самое, вот этот пластик, вот эти клипсы не хотят они держать нормально по-человечески. И вот усилитель наш вот крепится здесь, здесь, здесь и в нижней части. Вот. Вот, собственно, и вся, как говорится, недолго. Ну, в данном случае красить придется, снимать, разбирать эту часть. Ну, здесь она явно видна. Вот они, саморезики. Выкручиваем вместе с усилителем, снимаем, разбираем. Ну, никаких проблем. Вот такая вот штучка. Так что теперь я выложу в интернет это видео, и кому надо, чтобы видели, не мучились. Да и вообще, я думаю, теперь есть смысл, как машины заходят, а то кто-то снимает, но не то, что надо было. Вот в данном случае акцент, ерунда, мелочь, машина распространенная, но этого видео почему-то нет. Тут кто-то посмотрит и поможет мое видео. Всем удачи, пока-пока и до встречи. Дополнить. Вот, вот эти еще штучки снимаются очень вот противно. Ну, я обычно люблю разбирать и собирать машину, уже по моим видео знают. Все ставить на свои места. Эти фары снимаются вот элементарно. Прямая отвертка и вперед в пластик. Вот, раз, два, три, четыре. Тут никаких проблем не будет. Осталось вот эти вот два крепления снять. И две туманки. Остальное все здесь как бы остается. Уже можно подготавливать и заниматься подготовкой под покраску. То есть вот еще раз снимаю. Но почему-то интересно, прикол какой-то.
шурупчики. Блин, у них что там на заводе не было, что ли? Саморез какой-то левый, здесь прямая, здесь турецкий саморез. Видно, уже кто-то чего-то тут делал. Вот. А здесь вот почему-то, видите, вот такие вещи. И в одном месте, вот что здесь с краю, что здесь с краю, видно, вода подливает поржавевшие части. Ну, вот, собственно, и все. Уже разжевано, так сказать, как снимать, как ставить. Все по полочкам разложено. Ну, вот, опять же, вот такая вот несложная задача. Ну, как бы, лучше посмотреть, как это делается, чем напрягаться. Всем удачи, еще раз, пока-пока и до встречи.